Asylum представляет. Сезон акул. В главных ролях Пейдж МакГеруин, Джулиана Де Стефано, Джек Пирсон и Майкл Мэдсен. Оператор Джаред Кон. Автор сценария Марк Аткинс. Продюсер Дэвид Майкл Летт. Режиссер Джаред Кон.
Hey, Dad. Папа? Прости, что отвлекаю, знаю, ты занята. Да не беда. Я тут вещи разбирал и все мамино сложил в коробку. Там ее краски и картины. Тебе не надо? Я не рисую. А зря, у тебя большой талант. Не могу, я сразу о ней думаю. Да, я понимаю. Но если вдруг захочешь, передам, она была бы рада. Подумаю. Так а чем ты занимаешься? Сейчас пойдем в море, поснимаем. А кто с тобой поплывет? Джейсон. Только вы вдвоем? Нет, еще гримерша будет. Зовут Меган. Джейсон ее хорошо знает. Конечно, только по работе. А где именно снимаете? Да все в том же месте. Только прогноз проверьте. Все в норме. И мы там 100 раз уже были. Я знаю, ты в воде родилась, но это все-таки океан. Это залив. И если что, мы сразу вернемся. Все хорошо. Ну, мне пора, надо собраться. Будь осторожнее. Ладно. Ну, развлекайся. Я тебя люблю и скучаю. И я. Это как в детстве. Ты это в детстве ела? А ты нет? Я ел Slim Jims. А тут только это есть. Ты знаешь, что в них кладут? Нет, не знаю. Про зеленый Soylent слыхал? Да, это напиток. Ты меня огорчаешь. Фильм 73-го года, классика. Soylent — это люди. Люди? Ясно. Вот почему так вкусно. Ты мерзкий. Ты хуже. Фу. Сара, это Меган. Меган, это Сара. Спасибо, что представил. Вообще-то мы встречались. На выставке. Ты сказала, что похоже на живопись. Ой, да. Светопись. Ну и память у тебя. Это запомнила. Круто. Не знал, что вы там виделись. Тогда было много народа. Меган показала портфолио. Работает она шикарно. Да, я посмотрела в сети. Здорово. Отлично, значит, все довольны? Да. Слушайте, мы хотели плыть на тот островок за Куджу, но есть еще вариант. Помните, ураган был месяц назад? Все протоки теперь изменились. Я говорил с рыбаками, сказали, что в заливе обнажились подводные скалы. Это со стороны моря. Я вам обещаю улетные фото. И мы успеем первыми. Картинка как на Багамах. Это чуть подальше, но если выйти сейчас, то успеем вернуться до темноты. Насколько подальше? Сразу за Кубой, так что... Заткнись. От нашего места еще где-то час. Всего 3 часа? Да. Ты уверен, что скалы видно? 2 дня назад ребята видели. В основном под водой, но во время отлива 2-3 часа будут полностью открыты. И мы первыми снимем совершенно новый остров. Я за. Да? Ну вот. И я. Класс, класс. Ну что? Телефон в мешок не положишь? Оставлю при себе. Но спасибо. Вот это все нельзя мочить. Грим вроде как водостойкий.
Он, да. А сумка нет. Ясно. Тогда вперед, нам надо успеть. Пошли. Дамы? Мне синюю. Так, дамы, прилив и отлив на максимуме. Приходим, снимаем и уходим, пока все не затопило. К счастью, такому фотографу, как я, и такому мастеру, как ты, пары часов хватит. Никого не забыл? Ах, да, наша модель. Ну да, но при таких природных красотах модель не так важна. То есть снимаешь только силуэт? Силуэт, да. И даже не в фокусе. Звучит разумно. Ой. Значит, гример не нужен. Нет, нет. Ты нам точно нужна. Даже для силуэта косметики надо много. Ну все. Ну ладно, ладно. Хватит. Стой. Пора в путь. Гребите! Гребите, дамы! Бип-бип. Сара, ты с кем говорила? С папой? Да. Ну и как он? Вроде ничего. Не привык к одиночеству. Да, понимаю. Мама умерла год назад. Мы ждали этого, готовились. Если можно приготовиться. Сочувствую. Да. Непросто. Она... была уникальная, как и ее дочь. Художница. Отец у нее летчик, полмира объездил. Возил лекарства в Ботсвану, служил в ВВС. Не в ВВС. А где?
Воздушный патруль. Но это часть ВВС. Нет, там добровольцы. Еще и добровольно. Он супергерой. Обо мне спрашивал? Вообще-то да. Ну вот, супергерой. Ого! Ого! Там дельфины! Ты глянь! Ух ты! Ни разу так близко не видела. Ой, присмотритесь. Дельфин сильно ранен. Кто это его так? Может, яхта? Но это афалины, те еще хулиганы. С кем-то подрался. Похоже на укус. Да. Хорошо продвинулись. Передохнем. Сколько еще? Наверное, часа два. Вот сейчас я бы не отказалась от моторной лодки. И пусть планета страдает, да? Тут не так просто плыть, особенно новичкам. Есть рифы, отмели. Надо беречься. Даже береговая охрана аккуратно ходит. А говорила, гребешь как монстр. Да. Весло непривычное. Ладно. А что? Ну, бывает. Вот наше обычное место. А эти скалы, к которым плывем, дальше к югу. У рифов. Но дело того стоит. Не положишь в гермомешок? Конечно. Хорошо, что одумалась. Не шали. А что? Ну ладно. Почти все. Вот и дошли. Глядите. Правда здорово? Не знаю. Куски цемента в ракушках. Важна уникальность, не красота. Получится классно. Thank you.
Ну что? Что скажете? Да, не Багамы, конечно, но думаю, получится. Да? Вот верный подход. Давайте начнем. Да. Я за камерой, вы гримируетесь. Возьми мою сумку. Сейчас. Сяду здесь? Да. Ну что? Что скажешь? Я за натуральность. Так лучше. В тебе природная красота. Спасибо, в тебе тоже. Спасибо. Ладно, давай-ка... Будем сушить или... Мокрый лучше. Отлично, все. Что скажешь? Да, хорошо. Ты как прекрасная русалка. Серьезно. И с платком на поясе идеально. Мне нравится. Давайте снимать. Да, хорошо. Вот так. Цвету. Хорошо, покрутить в ту сторону. Да. Да. Так, минутку. Не ожидала, что позовешь сюда. Почему? Ты классная. Спасибо. Нет, просто... Сара... Слушай, мы с ней... Друзья, хорошие. Да, я... Понимаю. Ты не так поняла. Я просто не хочу мешать. И нечему больше мешать. Да, мы с ней были вместе. Когда-то. Были близки, но... Не в том смысле. Сара и ее семья мне как родные. Я от них с папой в восторге. Был с ними, когда мама болела. Это чуть не сгубило семью. В общем, я рад, что ты здесь. Понимаешь? И я очень рада. Просто хочу убедиться, что ты свободен и... Да, и хорошо бы нам втроем снять что-нибудь крутое. Точно. А у меня такая же дома. Серьезно? На, посмотри. Вспышка, роскошь. Не спустишься пониже? Да, вот так. Возьму GoPro. Не подержишь? Я не против. Спасибо. Ладно. Давай, будет здорово. Хорошо. Она милая. Мэг? Да, ничего. Я не знаю насчет грима, но понимаю, почему ты ее позвал. У вас вроде все идет на лад? Да, все хорошо. Познакомились на последней выставке. Ты тогда ушла. Мне кажется, она тебе подойдет. Ты мне подруг подбираешь? Что-то новенькое. Да не подбираю, просто сделала наблюдение. Наблюдение. Ну, а сейчас что наблюдаешь? То, что пора бы поснимать дальше. Сара. Что? Я хочу сказать, что буду только рада, если ты найдешь кого-то. Понял. Ладно. Закончили? Да, да. Закончили. Конечно. Под воду? Поехали. Давай! Прыгай! Сейчас!
Давай назад, ладно? Я нырну, а ты плыви на меня. Господи. Акула! Сара! Джейсон! Скорее на берег! Акула! Там акула! На берег! Что же нам делать? Не знаю, не знаю! Что? Что делать? Что нам делать? Что? Я не знаю, что делать, не знаю. Телефон, телефон, телефон. Не представляю, что делать. Не представляю. Он сел. Черт! Я сейчас. Давай, давай. Ну что? Связи нет. Лови. Звони спасателям. Нет, не спасателям, а папе. Нет, 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 не надо. 911. Заряда почти нет, только на один звонок. И почему ты звонишь папе? Он разберется. Если кто спасет, так только он. Батарея садится, сигнала нет, ясно? Но он не знает, где мы. Мы же поменяли маршрут. Он разберется, ясно? Поверь мне, хорошо? В таких случаях звонят 911. Я им, а не охране. Охрана во флот, флот в воздушный патруль. И все равно звонок придет к нему в отдел. Прошу тебя, поверь! Сигнал появился. И я звоню своему папе. Сейчас. Да, алло. Папа, папа, это я. Слушай, времени мало. Мы застряли в каких-то камнях. На наш обычный остров не поплыли. Мы где-то в часе пути от Куджуки. И Джейсон погиб. Тут акула. Подожди-ка. Джейсон мертв? Да. Акула рядом. Скоро прилив. Тут опасно. Но ты цела? Мы на суше, но прилив поднимается. У нас где-то минут 45. И все. И телефон разряжен. Найди нас. Так, все хорошо. Я свяжусь с патрулем. Там могут вас засечь по сигналу. Стойте на месте, пока это возможно. Мы стоим, но вода поднимается куда быстрее, чем я думала. Так, а других островов нет? Уйти некуда? Есть, есть. По дороге видела. Не знаю где, но найду.
Слушай, держись сколько можно. Она плывет. Что там? Что? Мы целы, целы. Только найди нас. Ладно. Ладно. Сара. 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 Папа. Хоть что-то. Да, звонил. Перезванивал. Не отвечает. Определить место можете? Отдел связи получил данные по их телефонам от операторов. Как ты и сказал, аппараты выключены. Данных не хватает, чтобы получить координаты. Но по направлению пинга прошлых звонков получается, что ты прав. Они шли к внешним островам Флоридского залива. Бассейн Куджо. Ясно. Значит, и правда, пошли на те самые острова. Пинг дает направление как раз на них. Но последний пакет чуть в стороне. Может, просто сбой. Тут только одна вышка. Трудно определить координаты. Насколько можно полагаться на данные? Увы, отдел не сможет дать точное место. В районе всего одна вышка. Тут уже захолустье. Будь их три, помогла бы триангуляция. А так есть только то, что ты сам нам сказал. Ясно, понял. Из-за одной вышки тут плохой прием. Залив не покрывает полностью. Если они в мертвой зоне, то даже мы отследить их не сможем. Как скоро смогут выделить силы? Ответ будет в 3:00. Нет, надо быстрее. Район накрывает приливом. Я все понял. Запрошу быстрее. И подниму кого-нибудь в воздух сразу же. Ладно, я еще позвоню. Сообщи, если эксперты придумают, как их засечь. Да? Спасибо. Мы постараемся, Джеймс. Я на связи. Это Сара. Оставьте сообщение. Милая, телефон выключен. Я связался с патрулем. Мы сейчас пытаемся найти ваш остров. Точно не выйдет, но хотя бы очертим район. В течение часа пошлем самолет. Не бойся, найдем вас. Помощь идет. Звони мне. Люблю. Быстро прибывает. Я вижу. И что будем делать? Уйдем выше. Я в воду не полезу. Нет, не стану. Слушай, это все скоро затопит. Выбора нет. Просто подождем. Кто-нибудь заметит, а лезть в воду к акуле? Понимаю, но с реальностью, увы, не поспоришь. Этот остров тонет. И быстро. Так что действовать надо сейчас же. Сара, каяки! Черт! Пошли! Вот черт!
Она рядом. Совсем рядом. Вот. Меган, бери весло и греби! Сейчас, да. Меган, давай быстрее. Но куда плыть? Куда? Туда. Суша там, рядом. Меган, ты плывешь? Вот она. Вот. Где? Тут. Еще акулы. 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 Давай. Вперед. Дельфины. Да. Плывем. Куда? Куда плыть? Куда? Прямо вперед. Не вижу. Меган, за мной. Она тут. Ты сможешь, давай, Меган. Вот уже остров. Мы успеем. Мы успеем. Я не могу. Устала. Надо плыть дальше. Хоть минутку. Одну минутку. Не ожидала курсов выживания. Я тоже. Почему нельзя снимать на пляже с пальмами? Мы сначала собирались в бассейне. Серьезно? И что потом? Ну, Джейсон всегда идет на крайности. Ну, вот теперь никаких крайностей. Работаю только на суше, желательно поближе к бару. Не желаешь трехнедельную сессию с белыми медведями? Это у нас был следующий план. Ты не передашь мне тот нож? Вскрою вены. Ладно, плыть готова. Давай, Мэг. Сара, Сара, акула, там акула. Это дельфин. Что? Уверена? Ой-ой-ой-ой-ой! Нет-нет-нет! Там правда акула! Акула! Акула!
Греби! Нет, нет, нет! Сара, стой! Что? Послушай, стой! Что? Акулы чувствуют вибрацию. Может, это из-за весел? И если не грести, нас не заметят. Мы сможем доплыть. Ты да, а я не смогу. Я не брошу. Я тебя не брошу. Так, подожди. Свяжем каяки вместе, чтобы было что-то большое. Слишком крупное, чтобы нападать. Ладно? Я буду держать, а ты лови. Надеюсь, так сможем отдохнуть и поплывем на остров. Поднимай весло. Где она? Тише, тихо. Глаза закатила. Ну и что? Значит, не видит, что кусает. Она еще здесь? Не знаю. Эй, все в порядке? Уходи, уходи! Меган, Меган! Помощь нужна? Погиб. Сара, погиб. Послушай меня, человек погиб. Человек погиб. Мы можем... Человек погиб, понимаешь? Мы успеем, доплывем. Сара, подумай. Страховочный шнур пропал. Вместе с ним. Даже если доплывем, будет не завести. Шнура нет. Понятно? Давай, вперед. Ну, ну, пожалуйста. Ладно.
Смотри, смотри, отмель. Мы успеем, давай. Тебе надо! Сара, это я. Звоню узнать, как ты. Надеюсь, держишься. У патруля есть приличная зацепка. Оценка примерная. Там не хватает вышек связи для триангуляции. Но с воздуха вас должны заметить. Мы проверяем все острова. Перезвони мне. Звони, дорогая, звони. Сара, оставьте сообщение. Сара, это я. Надеюсь, ты цела. Хочу сказать, что вертолет уже в воздухе. Береговая охрана тоже участвует. Я всех поднял на помощь. Помощь идет. В вашем районе сейчас так называемые королевские приливы. Это имеет отношение к фазам Луны. И по вашей части Флориды ударит сильно. Сегодня полнолуние, и может статься, что ни одного острова в заливе не останется. Все затопит. До Ки-Уэста, до самого края. Во что бы то ни стало, заберитесь повыше и ждите. Всегда говорил, что ради тебя спущусь прямо в ад. Пекло ты уже прошла. Осталось пережить потоп. Ладно. Держись, милая. Держись, помощь уже идет. Ладно? Люблю тебя. Прости. Я знаю. Видно же. Джейсон все еще тебя любил. Я и не собиралась ехать. Потому что видела, он явно тебя любит, хотя вы и разошлись. И будь вы вместе, я бы с ним не общалась. Пусть ты его не любила, но я любила. Теперь его нет. Не этого я хотела. Черт, я и не думала. Я хотела обычный дом. Хотела собаку. Хотела... Джейсон, у тебя было все, но ты сама все испортила. Чтобы ты знала, я тоже такого не планировала. Но так я умирать не буду. Ну да. А как будешь? Не знаю. Знаю только, что... Вот здесь, посреди всего этого, не буду. И я не желаю
Лежать на больничной койке с трубками, в каждом отверстии тело, угасать на глазах у родных. Сидеть там, искать какие-то слова, утешение. Я хочу дожить до 100. И в окружении внуков с чашкой самого лучшего в мире чая. Тогда и умереть. То есть смерть от чая? Да. Сейчас это кажется довольно приятным. Чай продлевает жизнь. Нет, я пью с сахаром. А, сахар. И лимоном. Лимон – это полезно, а сахар не одобряю. Вредно. Тебе не нравится сахар? Да, не нравится сахар. Господи, мы вряд ли сможем быть друзьями. Согласна. Это ты о маме говорила? Она так. Да. От рака. Когда нашли, уже было слишком поздно. Оставалось смотреть. Да. Потом мы с Джейсоном решили разойтись. Хочу сказать, что я его любила. Правда. Но уже не была влюблена. А после мамы я на все смотрела иначе. И осознала, что несправедливо к нему. Это нечестно. Держать человека, когда знаешь, что другая полюбит его всерьез. Как ты. Сегодня я глядела на вас с ним. И он улыбался, смеялся по-настоящему. И я была рада. Я радовалась за него. Да. Он это заслужил. Заслуживал. Бери телефон, проверь сигнал. Я солнечную батарею положила. Связь есть. Зарядка не работает.
Почему это? Я сейчас. Вода. Да, не заряжает. Меган, надо просто подождать, высохнет. Я не могу включить. Она не заряжает. Положи. Не получится. Оставь. Есть, вот, держи. Готово. Пошло. О, Господи. Ты починила. Как ты смогла? А говорят, что от видео на Ютубе пользы нет. Так, стоп. Сара. Мы там только что стояли минуту назад. И что делать, если все тут затопит? Еще есть каяки? Я обратно в воду не полезу. Ты была права насчет движения. Меньше двигаться, держаться мелководья. Эта тварь совсем рядом. Я знаю, но что делать-то? Что? Сейчас нужно искать преимущества. Да? И в чем они? В том, что мы живы. А, да, точно, пока что живы. Торчим на острове. Рядом ждет акула. Вертолет нас не видит. А теперь еще и остров тонет. Дальше что? Акула превратится в торнадо? Я не могу больше, Сара! Ладно. Да, алло, Сара. Папа? Папа! Это я. Ну, как ты? Мы целы. Я видел вертолет. Одномоторный, кажется, пролетел. Это замечательно. Вспомнишь, как именно он летел? Чтобы я понял, где вы. Летел прямо над нами. Над нами на... На восток. И дальше к северу. Это важно. Они идут от островов и расширяют зону. Нет, мы не на Куджики, папа. Мы были на новом острове. Джейсон сказал, он обнажился после урагана. И вряд ли он есть на карте. Вы к югу или юго-востоку от зоны. Я скажу, чтобы это учли. Если телефон включен, попробуем засечь ваше место. У нас нет времени. Мы не сможем долго ждать. Прилив идет. Понял. Не волнуйся. Спокойно. Папа. Это так называемый Королевский прилив. Знаешь, что это? Да, я знаю. Они выше обычных. Верно. Намного. К несчастью, именно этот район заденет особо сильно. Все равно, что... Штормовая волна, но из-за прилива. Не из-за погоды, а из-за фазы Луны. По статистике, затапливает все острова. Алло, ты слышишь? Да. Каяки еще есть? Да, есть каяки, папа, но... Слушай, я знаю, что вам трудно, и хотел бы быть рядом. Но вы держитесь хорошо. Продолжайте так же. Действуйте по-прежнему. Пап, скажи честно. Если к закату не найдут, поиск отложат? Мы вас найдем. Я знаю, что ты не сдашься, но... Но... Если прилив такой сильный и... Если к ночи не успеют, то знай, что мы старались. Наблюдатели вас найдут с воздуха. Знай, что я люблю тебя. И что я боролась.
Будь на связи. Я тебя не подведу. Никогда еще не подводил, так? Да. Ладно. Сара. Папа. Сара. Алло. Алло. Папа! Воздушный патруль, говорит Даррен. Это Джеймс Мюррей. Только что говорил с дочерью. Есть новые данные для связистов. Разговор длился около 3 минут. И надо расширить нашу зону поиска. Появилась новая информация. Полагаю, что зона сейчас очерчена неправильно. Они сменили место. Ушли на другой остров. Но прилив поднимается быстро. Я понял. Скоро свяжусь. Вас понял. Я на связи. Остров затоплен. Надо плыть. Справимся. Я говорил с координатором службы наблюдения за морскими млекопитающими. И ты не поверишь. Недавно группа черных дельфинов погибла на дальних отмелях Куджа. Недели 2 назад. Примерно 30 особей. Наверное, из-за урагана. Их выбросило на мель, задохнулись. По протоколу, в дальних районах, в таких случаях, трупы не вывозят, оставляют. Они так и сделали. То есть в воде трупы дельфинов? Были трупы. Дальше стало сложнее. Поступали сообщения от рыбаков и яхтсменов о белой акуле, которая ела этих дельфинов. По их словам, 6-метровая. Белые акулы сюда заходят. Хотя в нашем районе это большая редкость. Но на такое огромное количество падали. Точно. После сообщений об опасной акуле, служба решила вытащить останки из воды, чтобы та ушла. Но не вытащила. Нет. Трупы убрали. Акула осталась. Потому она и агрессивна. Я звонил в биолабораторию Моте. У них есть несколько гипотез. Для акул такой источник пищи, как мертвые дельфины, это большая удача. Если акула напала на такой крупный запас, как целое мертвое стадо, у нее увеличивается аппетит, чтобы съесть все сразу. Так что она получила редкий шанс и естественным образом пытается использовать все, что есть, пока не поздно. Аппетит вырастает резко. Это им и позволяет потом долго голодать, если не будет пищи. Примерно так же, как и львам. Когда надо, они съедают в разы больше нормы, что позволяет пережить скудные времена. То есть от этих трупов
Разгорелся аппетит. А когда их убрали, акулу это не отпугнуло, а оставила суперголодной. Она ищет еду. Это одна из теорий. Правдоподобно. Биологи еще говорят, что акула может охранять территорию. Старается отогнать хищников от своей еды. Если напала на каяки, то, наверное, из-за этого. Есть еще теория дикой акулы. Бывает, что они начинают нападать без разбора. Есть примеры из истории, когда одна акула совершила множество атак. Редко, но случается. Похоже на сочетание всех трех. Надо их найти и вытащить из воды. Убедись, что ищем там, где надо. Я знаю, островов много, но, судя по всему, мы искали не в том месте. Я знаю, что сказали эксперты. Но Сара говорит, они дошли до отмели. Слушай, банки меняются. Их наносят новые. Старые размывает. Я не думаю, что это отмечено на картах. Принято. Полетное время у нас уже кончается. Могу внести коррективы, как ты скажешь. Но надо заправляться. То есть придется сесть на аэродром, заправиться, и времени до темноты нам не хватит. Но они летают над бассейном Куджо. Можно попробовать без заправки. Так точно, решать тебе. Но кончится топливо, на сегодня стоп. Да, я понимаю. Они видели ваш вертолет. Вы где-то рядом. Понял. Какие указания? Меняйте зону поиска. Направление тоже, но южнее. Если хватит топлива на одну локацию, значит так и быть. Но все последствия бери на себя. Послушай, там моя дочь. Если там и правда дикая акула, то времени у нас нет. Прошу тебя, меняй зону. Я назову координаты. Она тут. Вернулась. Она вернулась. Где? Сара, она тут. Она тут. Что делать? Что делать? Тише. Замираем. Спокойно. Меган, только спокойно. Постараюсь подать сигнал. Я вижу каякеров. Каякеров вижу. Попробую подойти ближе. Ходит крупная акула. Сделаю снимок. Снимок послал. Нужен катер, мне не подойти.
Топлива нет, надо уходить на базу. Нет, 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 нет! Да, алло. Получил сообщение. Можете сесть и снять их? Невозможно. Там слишком много рифов под водой. Какая тяга у вертолета? Не в тяге дело, а в мутной воде. Сейчас не определить на глаз. Надежное место для посадки. Мы сейчас отправляем катер. И сколько он будет идти? Максимум 10 минут. Может ваш вертолет последить за акулой? Невозможно. Нужно заправляться. Он ушел на базу. Да ладно. Прости. Но если не улетит, может и не добраться. Сообщи, как только катер дойдет. Они вернутся. Они нас не бросят. Откуда знаешь, что вернутся? Спокойно. Они прилетят, я знаю, верь мне. Где она? Где она? Где? Куда она делась? Катер! Там катер! Где? Сюда! Плывите сюда! Спасите! Эй! Эй! Сюда! Там рифы! Мелко! Плывите! Гребем! Гребем быстрее! Давай! Сюда! Прошу вас! Нет, нам не подойти! Сюда! Подберите нас! Меган! Бери весло! Лезь, я помогу! Держу! Держу! Сюда! Сюда! Скорее! Где она? Видишь? Я не вижу. Не вижу ее, Сара! Туда! Нет, вон туда! Нет! Давайте быстрее! Плыви, плыви, Меган! Thank you.
Вы целы? Звонит ваш отец. Сара, ты меня слышишь? Слышу, папа. Слава Богу. Ты не ранена? Ты цела? Мы целы. Да, все в порядке. Послушай. На причале будут ждать медики. Ты девочка крепкая, но пусть все же проверят. Я вылетаю ночным рейсом. Встретимся, как только доберусь. Слушай, ты молодец. Я не сомневался. Мама тобой бы гордилась. Папа. Да. Когда вернусь, поговорим про мамину студию. Конечно, да. Может, я снова возьмусь за кисть. Это было бы неплохо. Сделаем, как ты захочешь. Я согласен, все, как тебе захочется. Люблю тебя. Я тебя люблю. Ты меня слышишь? Да. Ну, хорошо. Я тебя люблю. Люблю очень-очень. Ты даже не представляешь. Рад, что все в порядке. Ну, все, пока. Сара, если ты еще хоть раз попросишь тебя гримировать, я откажусь. И не в тебе дело. Ты классная, но я никогда за это не возьмусь. Я тоже. В Нью-Мексико тебе понравится. Там Джорджи О'Кифф жила. Просто сидела там и писала. Я думаю, ты приедешь и уезжать не захочешь. И знаешь, что там самое хорошее? Нет. Воды нет. Ни моря, ни озер. Одна суша. Неплохо. Я за. Я полностью за. Фильм, переведен и озвучен специально по заказу Creative Arts Media.